На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья, как нефти, так и нефтепродуктов, топлива, который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы. Поэтому правительство, председатели облисполкома, Минского горисполкома должны дать ответы на ряд вопросов. Во-первых, какие мощности для хранения нефти и запасов топлива, нефтепродукта у нас есть на сегодня? Как можно их нарастить при необходимости? Поэтому давайте кратко, определенно, стенограмма ведется, и не дай бог кто-то брякнет, что он может принять 500 000 тонн нефтепродуктов и не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя. Мы это не скрываем, сегодня нефть дешевая, надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать.